чуть не отрубил палец, на асфальт капало. Шепелев рассказал о трагедии на дне рождения сына, разошлись не на шутку. Шумен рассказал, о чем очень сожалеет. Шумен Дмитрий Шепелев рассказал об инциденте, который случился на праздновании дня рождения его сына. 36-летний артист признался, что любит побаловать единственного ребенка, порой забывая о масштабах и стоимости сюрпризов. Однако однажды такая история едва не закончилась печально. Историей он поделился на своей странице в Instagram. Так, в апреле прошлого года на личный праздник Платона Шумен специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление. Также был конь. Целых 10 минут происходило настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с 5 ряженными пиратами-аниматорами и 30 приглашенными. Дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника «Черная борода». Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов, рыцарей, вышел из-под контроля. Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели, разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец. «На асфальт капала кровь», – рассказал Шепелев. Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника. «Я сказал ему, что это часть представления, но в этом году решил быть скромнее», – поделился шоумен. Как известно, бывшая жена Шепелева, Жанна Фриске, умерла от рака головного мозга. У Дмитрия остался сын Платон. Новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Вместе с парой живут дети от прошлых отношений. 6-летний сын Дмитрия Платон и ровесница мальчика Лада, дочь Екатерины.